Смотрите сегодня в 20:30 в службе новостей «Город» на Первом городском канале. Они ловили бездомных собак и кошек, а потом расчленяли или вешали их. В Калининграде прошел митинг против хабаровских школьниц, зверски убивавших животных. Скандал в музее «Янтаря». Его директором может стать экс-министр культуры области Светлана Кондратьева, но народ категорически против. Евгений Зиничев нашел себе новую работу. Куда Кремль отправил бывшего главу региона? Об этом и не только корреспонденты Первого городского расскажут вам сегодня в 20:30 в службе новостей «Город».